Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 203. Нам нужно найти наименьшее общее кратное чисел А и Б, если пункт А. Число А равняется 5 умножить на 5 умножить на 7 и умножить на 13, а число Б равняется 5 умножить на 7, умножить на 7 и умножить на 13. Чтобы найти наименьшее общее кратное этих чисел, нужно, во-первых, выписать одно из разложений. Ну, проще всего брать первое разложение, то есть не проще, а удобнее. Берем разложение числа А на простые множители 5 умножить на 5, умножить на 7 и на 13. И смотрим теперь, какие простые множители входят в разложение числа b, но не входят в разложение числа а, и дополняем этими простыми множителями. Здесь есть пятерка, здесь тоже встречается пятерка, здесь семерка, здесь семерка, здесь 13, здесь 13. Число 7 встречается в разложении числа b 2 раза, в разложении числа а только один раз. То есть семерка мы наше разложение дополняем. И чтобы найти наименьшее общее кратное, нужно теперь найти произведение. 5 на 5 – 25, 7 на 7 – 49. Мы должны умножить 25 на 49 и на 13. Давайте выполним это умножение в столбик. 25 умножить на 49. 9 умножаем на 25, 9 на 5 – 45, 5 пишем и 4 в уме, 9 на 2 – 18 и 4 в уме – 22. 4 умножаем на 25, получаем 100. Вкладываем. 5 сносим, здесь 2, здесь 2 и 1. 1225 теперь нужно умножить на 13. Умножаем. 3 на 5 – 15. 5 пишем и 1 в уме. 3 на 2 – 6. 1 в уме – 7. 3 на 2 – 6. И 1 на 3 – 3. 1 на 1225 будет 1225. Пятерку сносим. 7 и 5 – 12. 2 пишем и 1 в уме. 6 и 2, 8 и 1 в уме, 9. Здесь будет пятерка и единицу сносим. И в итоге НОК чисел А и Б будет равняться 15925. И пункт Б. Число А у нас равняется 504, а число Б 540. Чтобы найти НОК, нужно для начала разложить на простые множители и число А, и число Б. 504 – это 2 умножить на 252. А 252 – это 2 умножить на 126. 126, давай переписываем. 126 это 2 умножить на 63. А 63, сначала переписываем 3 двойки. 63 это 3 умножить на 21. А 21 это 3 умножить на 7. То есть в итоге мы получаем 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 3. Умножить на 3 и умножить на 7. Раскладываем число b на простые множители. 540 это 10 умножить на 54. 10 это 2 умножить на 5. 54 это 6 умножить на 9. 6 это 2 умножить на 3, а 9 это 3 умножить на 3. Чтобы найти наименьшее общее кратное чисел А и Б, берем одно из разложений.
первое. Мы обычно берем его и возьмем в этот раз. И дополняем его простыми множителями из разложения числа b. Двойка, тут двойка, тут двойка, тут двойка. Здесь две тройки. Здесь две тройки, что у нас осталось не подчеркнуто. Пятерка, пятерка дополняем. И третьей тройкой. Теперь нужно найти произведение всех этих чисел. 2 на 2 на 2 это 8. 3 на 3 это 9. И еще на одну тройку это 27. И 7 на 5 это 35. В итоге нам нужно найти произведение 8 на 27 и на 35. Давайте 27 умножим на 8. 8 на 7, 56. 6 пишем и 5 в уме. 8 на 2, 16. И 5 в уме, 21. 216 и 216 нужно умножить на 35. 5. Сначала умножаем на 216, 5 на 6, 30, 0 пишем 3 в уме, 1 на 5, 5 и 3 в уме, 8, и 2 на 5, 10. Тройку умножаем на 216, 3 на 6, 18, 8 пишем 1 в уме, 3 на 1, 3, 1 в уме, 4, и 3 на 2, 6. Складываем результаты, 0 сносим, 8 и 8. 16, 6 пишем, 1 в уме, 0 и 4, 1 в уме, 5, 1 и 6, 7. И получили, что наименьшее общее кратное чисел А и Б это 7560. Выполнили задание 203. И если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.